В Ханты-Мансийске стартует фестиваль спорта «Дети Югры». Сегодня в окружном центре соберутся 100 воспитанников из 10 реабилитационных центров округа. Отмечу, что этот форум второй по счету. Первый прошел в Советском в прошлом году. Два дня участники фестиваля будут состязаться в бросках баскетбольного мяча, веселых стартах и в ботче. Это спортивная игра на точность, похожая на боулинг. Как отметили организаторы, фестиваль «Дети Югры» – это пример реализации Международной конвенции ООН в Югре.